Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Растения против зомби-герои. Ну что, как ты видишь, конец сезона у нас буквально через один день. Я нахожусь на 43-м ранге, и, к сожалению, я, ребят, не успею дойти до 50-го ранга. Потому что, ну, особо сильно не играл. Так, ну что у нас тут? Нанесите 20 единиц урона героям Нептусию, разыграйте 2 растения со способностью команда и нанесите 5 единиц урона. Вот это я поменяю, наверное. Я не хочу. Возьму что-нибудь. Нанеси. Вот, бабахом. Так, ну что, начнем, наверное, с Нептуси. Блин, что у меня, ребят, так... Блин, живот болит, а? Режет прям аж. Так, Нептусь. Вот она. Да, не особо, конечно, у меня получается нормально играть за нее. Но нам-то надо не выиграть, нам просто нужно 20 единиц урона нанести, так что будем пробовать. Ну и что, где там наши противники? И, кстати, нам нужно еще 35, ребят, самоцветов, чтобы мы могли с собой открыть паки. Ну что, поехали. Зеленая тень, да? Зеленая тень. Блин, спортивная колода. Угу. Ну ладно. Рикошет. Как скажешь. Блин. Давай его сюда поставим. Так. Угу. Вот так, значит, да? Окей. Как думаешь, есть у него могила ед? Наверное, нету. Поехали. Что же мне тут сделать лучше? Давай так. Опа. Опачки. Что там заморозка? Я не знаю, что он там сейчас делает. Ага, значит так, да? Хорошо. Давай попробуем таким вот образом. Слушай, ну если он этого выставил, значит... Ага. Ага. Вот так вот, да? Так, ну, наверное, сюда. Ай, что ты делаешь, Рэй? Это же тупо и это бесполезно. Разнесут, мне кажется, сейчас у нас в хлам. Это мне вообще никак не поможет. Не, ребят, не поможет. Если мы сделаем даже вот так.
и вот так. Да ну. А, зачем я нажал? А, вот это я ступил, ребята. Хотя вряд ли бы мне здесь что-то помогло. Да? Да, ребят, даже если бы я вот этого поставил бы, мне бы вряд ли это помогло. Ну, сам понимаешь. Это Нептусь. Скудный выбор. Блин, почему у нас спортивная колода? Даже она не 100% спортивная, она какая-то наполовину. Наполовину. Я вообще гляну, что это за колода такая. Странно. Ну, как-то, наверное, так. Ладно, фиг с ним. Меня не меняли, Нептусь это Нептусь, ребят. Семь единиц урона нанесли, и то ладно, как говорится. Тут-то что у нас? Хитрый матрён. Ладно, первый ход вроде есть, но если он, конечно, свой орех сейчас не поставит, желудь. Так, ну что у нас будет? Блин. Давай пропустим. Надеюсь, он орех еще не поставит сюда, нет? Угу. Давай так сделаем. Но этого выставлять опасно, друзья. Могилоед у него наверняка... наверняка у него будет. 100% должен быть. Угу. Я же говорил, что будет могилоед. Ай-яй-яй-яй, что же сделать мне та-та-та-там? Так, наверное. Начинается прокачка.
Так, ну здесь зачистка, вот, блин. А, мы его, если что, можем выкинуть, друзья мои, в принципе. Да, и мы так, наверное, сделаем. Опа! А вот это подстава, ребята, уже. Интересно. Угу. Четыре, блин, в лицо. Не очень приятно, конечно. Что у него там еще есть? Даже не знаю, ребят, что еще у него там может быть. А, все. Запорол мне, гад. Слишком долго я тут возюкался с этими охламонами. Слишком долго. Блин, мы на убыль идем. Еще 5 единиц урона. Еще 5. Так, бабах теперь. Блин, да что ж такое-то? Что-то больно как-то аж. Не, ну тут если спортивная колода, надо было, ребята, делать спортивную колоду. Через эти. Спортивная колода через вирусы. Наверное. И я смотрю, ландшафтов у нас нету. Мы спрячемся. Если он кактус... Ага, я так и думал. Так, вот сделаем. Неужели у него пузырь есть? Выкидываем тогда этого. Выбора все равно, ребята, нету особого. Пропустим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же сделать мне? Так, ну, наверное, сделаем вот так вот. И вот так. Возможно, поменяет ландшафт. Возможно, ребят. Угу.
А стоит ли? Нет, наверное. Наверное, не буду пока менять. Сделаем вот так. Ну и пока все. Смотри, что делает. Да ты заколебал, блин, еще и прокачивается. Мы что-нибудь можем уничтожить? Мы можем с тобой выкинуть вот этого максимум, да? Поможет ли мне это все, неизвестно. Ну что вот это вот? Ну что это выпало, блин? Ну это, ребята, уже все, это понятно. Тут уже бесполезняк. Еще и этот выпал, блин. Нет, не плюс. Мы так с тобой кашу не сварим. Что-то я не помню. А, я даже урона не нанес. Эй, блин. Подожди. Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Возьмем вот эту вот. Это, по-моему, у нас на пиратах. Будем на пиратах. Потому что, ну, спортивная. Да там даже не спортивная, там полу. Полу, ребят, какая-то спортивная колода. Она вообще не катит. Попробуем на пиратах. Через кровожадность. А, блин, откуда кровожадность у нас? У нас вот кровожадности не может быть. Ну, давай так начнем. Так, ну я так понимаю, он рассчитывает на 2 единицы урона, да, мне нанести в лицо? Угу. Ну и микс, понятное дело, что взял микс. Ну, он сейчас я. Давай так сделаем. Ягодный микс. Давай, наверное, сюда сделаем.
Эть, как неприятно в блок-то. Как, друзья мои, было неприятно в блок получить. Так, 1 и 5, да, получается? Давай так. Ну, сейчас миксами, может быть. Я не знаю, что он там будет делать. Угу. А чё так залагало-то, ребят? Специально, что ли, так залагало-то всё? Угу. А миксы-то он потратил же все, да? Я не нажимал на те 2 раза, я хотел заморозить те. Пробьем лицо или нет? Давай свою бомбу горячку. Так, ребят, ну у меня что есть? У меня есть вирус. Ну тебе крышка, все, парень. Понятно. А чё так залагал? Это ужасно. В конце прям вообще невозможно, ребят. Ну, меня такой расклад вообще не устраивает. Может, перезайти в игру? Давайте, ребят, я, наверное, перезайду в игру. Это какой-то бред. Даже видно, что он подлагивает. Так, ребят, ну что, давайте посмотрим. Нормально, ненормально. Так, нам нужно нанести бабахам теперь 20 единиц урона и разыграть 2 растения со способностью команды. Ну, по-моему, слушай, по-моему, подлагивает, ребят. Какой трэш. Я не успел нажать. Ребят, по-моему, лагает. Перезагрузка не... Может, эмулятор надо было перезагрузить? И вид... Чего? Лагает, ребят.
Жесть. И непонятно почему. Лоботомия, наш друг. О чем, блин, пишет, вообще не понимаю. Угу. Невозможно, ребята, так играть, блин. С такими лагами. Трэш какой-то, а? Куда ты ставишь? Давай еще рикошет сделаешь. Че, наверное, этого убрать придется? Или че, или кого? Ты посмотри, блин, гад, у него заклинание оказалось. Чепушило. И сейчас минус 2-2, да, сделает? Или что он там? Поехали. Сейчас минус два сделает. Вот сюда, скорее всего. Эх, хорошо бы было, ребята, вот эту заклинашку бы применить. Но мне кажется, не получится. О, все, проиграли. Ребят, ну, невозможно, вот если честно, так играть. Я, наверное, перезайду. Вообще полностью перезайду. Не в игру, а эмулятор. Потому что, ну, с такими глюками, лагами, ты извини, конечно. Так, ну что, ребята, продолжаем получать люлей. Значит, за бабаха мне надо играть, а не за этого Нептусе непутевого. Так, поехали. Бабах. Даже не буду смотреть. Мне так интереснее. 1000 лет за него не играл. Какая там колода у него? Я знаю, что колода у меня там... Да у меня везде колоды солянки, ребят. Я любитель солянок. То есть всего по чуть-чуть. Блин, серьезно сейчас, а? Блин, против него плохо, знаешь, что? Почему? Что у него есть этот?
Как это называется? Пшикалка-то. Не хотелось бы, конечно, под пшикалку попасть. Если честно. У него может быть камень. Так, он подумал, да? Так, ага. Орешек. И ну что делать? Ну что, вот так вот только сделать? Блин, и не сработало нифига, да? Что там? Там у него ребята сумоист, скорее всего, да? А, нет, не сумоист. А я тебе говорил, что камень у него есть, ребят. Хе-хе-хе. Я тебе говорил. 3 единицы урона, да? А я тебе говорил. Так. Если мы сделаем с тобой следующим образом. Вот так и так. У него все набор. Он что-то хочет, что ли, превратить их или что? В чем прикол? Давайте так попробуем. А, смотри, что у него. Все зомби получили. Угу. Эй, найс. Давай сюда поставим. Кто там? Сумоист. Сумоист. Я вот не знаю, есть ли у него там... Ну что, ребят, 4 единицы урона. Или лучше сделать вот так вот. Слушай, 8, он не просто же так, наверное, сделал, да? Он же не просто так сделал. Yeah.
Лишь бы он сейчас мне вот этого не... А, ну так, ладно еще. Тапи, тапи. Ну все. Все, ребят. Крышка ему пришла. Со способностью команды у нас, да. О, шикарно, блин. У нас орехи, по-моему, ребята, способности команды были. Если я что-то не путаю, конечно. Ай, блин, ни одной единички урона не хватило ему сделать. Ладно. Одной единички урона мне не хватило сделать, чтобы его размотать. Слушай, а кстати, блин, я хотел посмотреть, у нас молекулярка есть вот на бабахе или нету? А великанус это, конечно, не есть хорошо. Особенно если он использует заморозку. Ну, ландшафт заморозка. Особенно вот самое, ребята, бесявое. Это вот как он называется-то, блин? Блин, ну тратить. Давай, наверное, так вот сделаю. Потом сюда просто переместим через пузырь, да? Кровожадность тратит. Да, это хорошо, ребят. Лучше он пускай потратит сейчас здесь, чем потом. Ага. Что, у него еще кровожадность там будет? Интересно мне знать. Вот, вот про это я тебе говорил. Вот это бесяло, ребят. Удешевил себе карты, короче. Так, на это мы разберем, допустим. Лучше, наверное, сделать вот так вот. У него есть что-то. И это есть, и то. А ландшафт, интересно, у него есть? Ну что, блин, за это, а? Еще подставился. Фиг ли мне твой родничок, блин. У бабаха проблема в том, что у него на воде никого нету, ребят. По-моему. По-моему. Два, два и три. Да. Да ты заколебал, а?
Ну, ребят, я ничего не мог сделать. Видели сами по картам. Ничегошеньки не было. Мне надо, знаешь, что глянуть? Хотя за бабаха я уже играть не буду. Я за бабах играть не буду, потому что сделал я задание. А нам надо выполнить, ребята, за... повысить силу вампиренка до 8 единиц. Пойдем повышать силу вампиренка. Вот этого вампиренка, да? Нет, по-моему, да, вот этого вампиренка. До 8 единиц. До 8 единиц. По идее, нам надо вот этих вот штук. Много. Много. Сколько это перемещение дает? Плюс 2? А, нет, плюс 1, по-моему, да? Плюс 1 к атаке. А этот... Но... 3 плюс 3. Поехали. Будем пытаться. До 8 единиц. То есть, если бы у нас бы стоял бы вампиренок, грубо говоря, на карте, и мы бы еще с тобой, например, бы две банки бы заюзали, но это дофига получается. Это реально сделать? Ну... Да что такое-то? Гриб. Ну, давай ставим так. Чё? А вампиренок у нас... А, если уничтожает растение, получает 2 и 2. Ага. Так, ну нам здесь поможет вот этот дождик, так скажем. Уже не поможет. Уже, друзья, не поможет мне этот, блин, дождик. Так. Восемь единиц, да? Поехали. По-моему, я выполнил, ребят, задание. Заморозка есть и есть. Ау, только 7.
Нет, блин, ну только 7. Все, хана, ребят. Твою налево, только 7 единиц, блин, прокачал ему. Блин. Мне надо было в тот раз, ребята, все-таки не юзать, а банку применять. И тогда бы все получилось бы. А я что сделал? А, я минус один на земле сделал. Ну тогда бы меня раскатали быстро. Блин, этот вампиреныш. Это не тот вампиреныш, который мне нужен. Это вампир. Блин, такой был шанс от 8-8 его вкачать. Но, блин, не получилось. Рейн, давай сразимся, очень хочу. Мне бы ежедневки выполнить. Ой, ежедневки. Задания вот эти, легендарные, блин. Ну давай. Бифу-бургер, блин. Баффи-бургер. Ну что мы сделаем сейчас? Мы поставим с тобой. Вот это сюда. Ну сдуем его тогда. А что, у него нету бомбы, что ли? Должна же быть. А, и он поставит этого. Все, я понял. Держал, ребят, держал, да? 3 единицы урона в лицо пропишет. Он держал для себя вот эти вот 2 единички урона, ребята, а? Ты смотри. Ага. Так, 5. Блин, у меня... Ну, если только потом этот ставить. Но я ему явно, ребята, неприятности, да? Целый ворох принес. И то, и все. Он хотел, видимо, на пробивку делать. А раз он сделал с таким, с мишенью. Поехали. Ну давай я сделаю. У него может быть бонусная атака. А то, что я кровожадный сюда поставлю, это же по барабану, да? Она же не прокачается. Она прокачивается только, когда кошатника какого-нибудь ставим. Надо было не так делать, надо было... Да, при использовании питомца плюс 3 получает. Питомца-то у меня нету, блин. То есть просто тупо отдал ее на расстрел.
еще и двойной удар. Прикинь. Это жестко. Ну что, ребята, была не была, как говорится, смотрим. Если он сейчас, конечно, не отодвинет с помощью своего вот этого ханорика, который у него там был. Или бомбы. А, ну мы его все равно пробьем, ребят. Мы его пробьем. Он думает, что он защитился, а мы его... одну единичку урона мы ему нанесем, и ему хана. Мы еще хильнемся. На 6 это будет 10 хп. 10 хп это мало. Но мы потом можем вот этого выставить. Он, наверное, он понял уже, ребята, что он тупанул. А бывает такое. Понятно. Ну, мне вампиреныш нужен был прокачки, ребята, а я... вампиреныша не прокачал. Так, ну что, ребят, давайте еще попытку. Попытку погоняет. Блин, я не знаю. Этот вампиреныш меня... Блин, мне постоянно то роза, то куча навоза выпадает. Пока я раскочегарюсь с этой розой. Ну, давай так. Ставим. Кстати, было бы неплохо, если бы вампиреныш встал бы у нас вот на эту. Ну, с розой не прокатит эта фигня, потому что она постоянно превращает. То заморозит, то превратит нас в какую-то дрибудень. Хотя у меня вампиров, ребята, вампиров у меня вот именно в колоде 4 штуки. И хоть бы выпал бы. Выпадает все, кто по одному. Так, ну что, у меня есть вариант поставить вот этого на воду первым ходом. Если у него, у нее есть Джонни Рика. Че, ну, 100%, ребята, это завис. 50-й ранг, он бы меня порвал бы. Ну, 100%, не просто же так. Ладно, если бы мне засчитывались бы победы, это одно дело. А мне надо именно... А мне надо именно, ребятушки, прокачать вампиреныша на плюс 8 силы. Недешево. Нелегко. И опять же, ребята, не выпадает ни шиша. Ну ты посмотри, а. И это у нас зубостизила. Зубостизила не любит чего, ребята? Она у нас не любит могилы. Ну а у нас заморозка не очень блещет с могилками. Угу. Так, что-то мне это знакомо. Ореховая фигня, да, начинается? Или что? Я так понимаю, ореховая вакханалия пошла. Угу. Сейчас превратит 100% в какую-нибудь... Бамс, бамс, только напечатывает мне. Друзья, стоит ли мне применять вот эту заклинаху? А? А что он делает-то, не пойму, ладно. Ну давай я заморожу. Блин, там же все равно будет двойной удар, да? И сейчас будет 2-3, да, у них?
Смысл, блин, вот этого, вот то, что ты сейчас сделал. Ай, ребята. Смотри, что вытворяет. Блин, наверное, сейчас пропишут мне тут по первое число. Я не успею, мне не хватит. Мне не хватит скорости, друзья. Как это... Вот просто непруха, ребят. Просто вот непруха, я тебе говорю. Ну что, вот сейчас он в блок ему бомбанет. Если мне что-то прокачиваться, ну смысла не вижу, ребят. Че мне? Ну заморозку я эту сделаю, и что? Бесполезняк, ладно, сдаемся. Неудачный заход. Неудачный заход. Как-то все через одно место. Давай дальше пыхтеть. Это никогда не закончится, ребят. Ну что там опять? Ну что опять ты там завис? Ну ядрен матрен, ну. Ну давай, господи, ну давай. Найди мне одно... Это уже, ребят, второй переброс. Второй. И... Да вы серьезно, вы издеваетесь, что ли? Это уже третий переброс, ребята. Чё за фигня? Почему сбрасывается-то все, скидывается? Нашел. И опять роза, блин. И опять роза. Ну и что мы тут сделаем? Ой. Вот что у него, да? Козел, это, конечно, хорошо, блин. Но куда мне его применять? Почему этот вампир выпадает постоянно, блин? Скажи мне на милость, а? Вот этот вампир... Вот этот вампир. Мне нужен, блин, вампиреныш, блин. А не древний вампиренок, блин. Вот как думаешь, если я сейчас поставлю вот этого, он что-нибудь сейчас придумает жесткого? За 5-то энергии. Ух, можно поставить. Заморозку сделал. Неужели ничего нету? Ну тогда мы в следующем ходу тоже, ребята, сделаем заморозку. Давай так сделаем тогда уж. Улетел.
Пам-пам-пам-парам-пам. Ну что, в следующем ходу, ребят, заморозка только. И все. Если ставлю этого и этого 6, да, получается. Че я сейчас сделал? Хотя, подожди. Да. Ну. Лучше бы у меня вот этот мелкий, блин, вампирёныш, ребята, был бы вот этот. К чему этот? Ну что, ребят, давайте закругляться тогда. Ну, я не знаю, это, наверное, никогда не закончится. Я не смогу, блин, времени столько ушатать. Взгляд в будущее, просто сейчас глянем еще. Что у нас тут во взгляде? Взгляд в будущее. Давай. Подожди, мы за кого играем? За зубостезилу, да, я так понимаю? Ну да, против Земеха. Да ты серьезно, блин? А, еще 3 энергии сразу дали. А я знаю, что он ждет, ребят. А я знаю, ага, ага. Горчишки, ага. Давай, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Нам нужны подсолнухи, друзья мои. Что-то бананов столько дофигища. Давай только не банановую кожуру, блин. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. А, видишь, что делает? Ну, он удешевляет, ребята, зомби. Но мы что можем сделать? Так я, наверное, сделаю нафиг, да и все. Ну, он не 6, мы ему 6 в лицо. Мы еще и у этого гада уничтожим. Тогда вот это вот. Блин, уничтожать, что ли, придется? Много так энергии получаем, но по факту некуда ее даже поставить, ребят. Этого пройдоху я уничтожу. Давай нормальную карту, вытяни нормальную карту. О! Можешь же, когда хочешь, красоты. Только стоит ли мне его сейчас ставить?
Да твою налево, ну что это за ханурик вылез, блин. Уничтожил гриб. Но зато, ребят, потратил супер удар свой. Надо бананы такие использовать. Меня достал своим тап-тарап. Поехали, друзья. Опа, схомячили. 5, а по-моему, кранты, ребят. Да ладно, блин. Ты смотри. Ну, чмошник, а. Но он не сможет, ребята, двумя картами, тремя выкрутиться. Никак у него не получится. Так что... Так, давай куда-нибудь, только не на... Нехило. Все, нормально, ребят, живем. Ему кранты сейчас будут. Ишь ты, до 11 дожил, ребята, чтобы вызвать этих... Чтобы вызвать этих гаргантюа. Да, вот так вот. Вот так вот, ребятушки. Ну что? Будем на сегодня закругляться, ребят? Я не знаю, когда мы сможем... Блин, ну 5 самоцветов, блин, ну ведь хочется, ребят, получить же в конце концов эту 11 паков. Хочется, понимаешь? Они получаются, не шиша. Где их можно заработать? Набить уровень? Ну давай попробуем уровень набить, фиг с ним. Куда ты, в какую ты коллекцию релизишь? Утилизируй дополнительные карты, ну давай. Время 9 час. 9 уже. За кого сыграем? Так офиг ли, за кого сыграем? Давай тогда играть за заморозка, блин, за кого сыграем? Вот такой вот шанс, когда вот... Вот древний вампир, нафиг он там нужен был? Опять роза. Че, мания какая-то, а? Преследование? Опять, ребята, роза. Достала она меня уже в коне, если честно. Так. Как думаешь, будет превращать его? -2, -2 есть? В козла. Это твое дело. Значит, ребятушки, он подсолнухи, да, здесь свои дебильные распространяет. Сейчас работает опять блок у него. А это у нас обычный вампирёныш же, да? Да, вот этот вампирёныш у нас. А почему он...
Так, хиляется, да? Да ты... Вот смотри, мы ему, блин, блоки снимаем, а потом он по мне бомбанет. Ну вот, видишь, превращает. Тратится, пускай тратится, ребят. Я немножко в шоке, ребята. Сколько вампирёныш это у нас выпало? Да ед парасетет, да достала вот это уже, блин. Все в блок, ребята, все в блок ему прописал, блин, весь урон. Блин. Да я даже не сомневался. Я даже, ребята, не сомневался нисколечко, блин. Сейчас будет мозги компассировать. Все? Ну ладно. Я надеюсь, путник какой-нибудь вылезет, ядрен матрен. Давай сюда. Ну что, он сейчас сюда кого-нибудь поставит, блин? Я не знаю, как это будет. Он у него их два. А фиг ли так не играть-то, а, ребят? Да? Конечно. Зачем я сюда послал? Ну, Рэй, ну ты тупорылый, блин. Ну ты тупой, как сибирский вальдер. Ему еще и заклинашек даешь. Да все тут хана, ребят. Какого хрена ты сюда-то не поставил? Блин, дурак, а? Ой, блин. Просто, ребята, взял и не поставил его куда надо. Понимаешь, в чем прикол? Я, блин, в шоке. Просто, ребята, в шоке от этого дебилизма, что вот сюда не послал. Уже давно бы игра бы, блин, закончилась бы. Нет. Ай,
Дуралей, просто дуралей, ребята. Да понятно, тут уже нечего делать, блин. Как же я себя, блин, ребята, выбешиваю в этом плане, а? У него ничего не осталось, блин, надо было сюда ставить, мы бы ему пробили лицо. Все, ноль вопросов, блин. Хотя, ну это просто победа, мне-то нужен вампиреныш. Долбанный вампиреныш, которого никак не могу, блин, прокачать. Которого никак не могу прокачать. Там, ребята, так удачно. Прям аж три вампиреныша выпало. Три вампиреныша и ни одной банки. Нормально, да? Ну что, давай, наверное, так сделаем. Да я не буду, наверное, его сдувать. Смысл сдувать его, ребят. Ну, хотя бы уничтожим его, блин. Это трэш, ребят. Ну ты серьезно, блин? А, ну в принципе... Пипец. Ну, понятно, что уничтожат. Ага, ага. А давай-ка я так сделаю. Сейчас, ребята, уничтожим эту хмырюху. Вот эту я имею в виду. Кого сдуем? Лучше, конечно, другой немножко, ну ладно. Что у него там на уме опять? Ага, вот так вот. Сейчас в лицо зарядит, нет? Микс. А этого мы заморозим, ребят. Этого мы заморозим. Так.
Ага. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну, блин, 5 в лицо, конечно, не хотелось бы, но получим. 6 даже, ребят. Так, стоп. Ах, сейчас миксом будет, да, бомбашить. Че, нам, наверное, вот этого придется. А, тут все, ребят, тут бесполезно. Тут бесполезно. Даже если бы сюда не хватило бы урона. Все, проиграл. Заморозка, не могу я просто за тебя играть. Вампиреныш постоянно то молотком его пришибут, то еще чем-нибудь. Так, ладно, ребят, давайте на сегодня закругляемся, потому что иначе сейчас меня просто бомбанет, я взорвусь, мы с тобой в следующей серии уже на ежедневках набьем 5 самоцветов и уже получим паки. Не знаю, блин, я за великануса быстрее прошел, чем за этого заморозга. Все, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.